Сочинские спортсмены, воспитанники спортшколы номер 2 в составе 30 человек выиграли первое место в общекомандном зачете. Основными конкурентами стали Новороссийск, Анапа и Выселковский район. Отличились сочинцы и в индивидуальном зачете. Среди победителей 10 наших юных земляков. Алена Дмитрюшкова, Владислав Кононенко, Михаил Сычев, Злата Хорохордина, Григорий Гвашев, Максим Чешко, Глеб Бурдов, София Баева, Юратая Сарварова и Мила Корсакова. Впереди у нашей команды ответственные старты, чемпионаты первенства ЮФО по УШУ, которые пройдут 5-7 февраля в городе Сочи.